знаєш, що молоко дає корова? Сама чорна, воді, хвостик, а п'ятнушки білі. Корови нам дають, а люди його ложать в пластикові бутилки, наливають. Із корови на фабриці. Роботи роблять, а люди допомагають. Сначала коровы едят траву и либо кукурузу. Потом приносит такой аппарат. Там раздобавляется много трубок. Потом аппарат включают на какую-то кнопку с цифрой. И молоко чуть-чуть по этим трубочкам и заводится в этот аппарат внутрь. Потом его отвозят на кефирную фабрику, перемешивают, и получается кефир, а потом отвозят в город. Можно сделать молоко шоколадным, клубничным и белым обычным. Я думаю, это полезно. Потому что в нем есть витамины. Оно полезно для организма. Он полезный. Это потому что в нем много витаминов. Это как в белке, только белок – это как яйцо, как только оно расплавлено. Я пью. Хаба Костик я приесть. Я просто утром его пью. Кости укрепляют наше здоровье. Чтобы быть крепким и здоровым. Чтобы мы засыпали рано там. Чтобы быть здоровым и красивым.